Всем ассаламу алейкум. Действительно, Диана, ты сегодня организовала такое прекрасное мероприятие, где радуются не только детишки, но и взрослые люди. Их родители, мы сами радуемся и так далее. Пусть Всевышний даст тебе сил и возможности творить такое благое. Пусть Всевышний даст силы и возможности всем родителям. Также я вам желаю, родителям, такого сильного, крепкого терпения. И, конечно же, дай Аллах исцеление нашим младшим. Пусть Всевышний их исцелит. Дай Аллах всего самого лучшего, доброго. Я присоединяюсь ко всем словам, которые сказала Диана. Это ее помощникам, помощницам и так далее, которые сегодня сделали такое добро. Я присоединяюсь ко всем тем словам, которые после нас тоже скажут, потому что скажут только хорошее, доброе. Огромное спасибо родителям, еще раз огромное вам спасибо за ваше терпение, за ваше отношение. Я не устану повторять, что благодаря этим детишкам и держится также наша республика, благодаря особенным детишкам. Так что мы их должны очень ценить, мы их должны очень уважать, мы их должны очень любить. Соответственно, мы все это и делаем. Мира, добра и благополучия. Диана, ты вообще, я тебе говорю, огонь. Спасибо, спасибо большое. Друзья, всем ассаламу алейкум. Находимся на мероприятии для особенных сейчас детей. Сейчас у нас будет красивое Насим представление тоже здесь, наш прекрасный. Так что Диана наша тоже здесь. Диана, спасибо за все. Вот наша прекрасная. Ассаламу алейкум. Так сделай. Скажи привет. Здесь еще тенечко. Привет, скажи. Садимся. В общем, прямо все на здесь. Как на пикнике. Дядюшка, мама зовет. Да. Так что, дай Аллах здоровья этим детишкам нашим прекрасным. Вон Фатимка тоже здесь. Сейчас у нас будет представление. Все здесь. После представления. О-о-о-о-о. Вот наши тоже здесь все. Салам алейкум. Салам алейкум. Потом мы пойдем половина детей с мамами кушать. Вот гигант тоже здесь. В общем, ассаламу алейкум. Вот Хабибовский здесь. Это вам она хочет дать. Да. Вы можете раскрыть, посмотреть. А ну давай. Не знаю, что-то там. А ну давай, откройте. Вау, посмотрите, какой мне подарочек. Чисто на тренировке. Булач. Атлетика отвечает, да? Все, атлетика отвечает. Чисто на тренировке. Пользуйте на радость, да? Теперь с меня тоже.